телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. За неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое. Врачи настоятельно рекомендуют привиться. Нужно обязательно вакцинироваться. Это единственный и один метод, который спасет нас. В 15 образовательных учреждениях Ленинского городского округа установили специальные аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пластиковые бутылки обязательно должны быть чистые, вымытые и обязательно со штрих-кодом. В Международном детском центре «Артек» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором участвуют и ребята из Ленинского округа. Они вышли на этот проект со своими проектами, которые произвели очень хорошее впечатление. В Ленинском городском округе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 566 новых случаев заражения. Продолжается и прививочная кампания. Медики настоятельно рекомендуют всем, кто еще не привился от коронавируса, сделать это в ближайшее время. Ситуация с COVID-19 в муниципалитете остается напряженной. Число заболевших продолжает расти. С начала пандемии коронавирусом заболели более 23 тысяч жителей округа. В стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов за прошедшую неделю поступило 299 человек, из них 82 – жители нашего муниципалитета. Сегодня в больнице проходит лечение 490 пациентов. Нужно обязательно вакцинироваться. Это единственный и один метод, который спасет нас от вот этой вот пандемии. Для тех, кто еще не успел сделать прививку, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках и торговых центрах. Здесь можно пройти также и повторную вакцинацию. Мы можем предложить нашим пациентам ревакцинироваться спутником Лайтом, либо также теми предыдущими вакцинами Эпивак Короны, Ковиваком и спутником ВИМ. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и руководитель спортивного клуба «Орленок» Гаджимурат Гаджимурадов решил пройти вакцинацию в мобильном пункте торгового центра «Лента». Почти год назад он вакцинировался одним из первых, и вот теперь пришло время сделать прививку повторно. После стандартного осмотра и сбора анамнеза врач заключает, противопоказаний к прививке нет. Я работаю с детьми, с большим количеством детей. И общаюсь много очень по служебной необходимости, по работе, общаюсь с большим количеством людей. Контактирую с разными, в том числе, которые могут и не подозревать, что они болеют. И чтобы себя обезопасить, чтобы обезопасить, с кем я общаюсь, я считаю, что это мой долг. Вакцина «Спутник Лайт» прекрасно подходит для поддержания иммунитета у уже привитых ранее людей. Действует мягче, чем его предшественник «Спутник Ви». Впрочем, при желании для вакцинации можно выбрать и другую вакцину, одобренную к использованию на территории нашей страны. Отправляясь на прививку, не забудьте захватить с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение темы. Как в интернете, так и офлайн не утихают споры по поводу того, делать прививку или нет. Наша съемочная группа отправилась в красную зону Видновской районной клинической больницы, чтобы задать этот далеко не праздный вопрос врачам и пациентам. Это фракция кислорода. То есть через трубочки наши к пациенту идет 100% да, кислородно-поточная, кислородно-воздушная смесь. Из них 70% кислорода, 30% воздуха. Заведующий реанимацией в РКБ объясняет принцип действия аппарата ИВЛ. Он рассказал, что сейчас в очередную волну ковида реанимационное отделение пришлось укрупнять. К сожалению, реанимационные койки не то что заполнены, они переполнены. У нас как бы официально 20 реанимационных мест в нашей больнице. А на данный момент у нас реанимация 24 пациента. Осложнения стандартные, как и у всех. То есть это сосудистые тромбозы, как правило. Да, это вот самый основной бич. Это дыхательная, естественно, недостаточность. Почему они в реанимацию попадают? Среди тех, кто сейчас лежит на этих койках, привитых нет. Любовь Осташкина провела в реанимации 9 дней. Этот печальный жизненный опыт привел к однозначным выводам. А вы прививали? Нет. Это мое. Будете прививать? Конечно, что. Как известно, в РКБ проводятся экстренные операции тем, кто болен ковидом. Порой врачам приходится проводить в защитном облачении у операционного стола довольно длительное время.
Самая длительная операция, это была резекция кишки по поводу мезонтериального тромбоза. Она длилась порядка 3 часов. Такое тоже случается. Есть определенные сложности. Вот. Но поскольку мы уже 1,5 года работаем, наверное, как-то подпривыкли. Все работающие в красной зоне ВРКБ врачи привиты, по их мнению. Те, кто выступает против вакцинации, просто не осознают всей опасности коронавирусной инфекции. Пока, во-первых, проблема не коснется каждого личного человека, это все где-то очень далеко. Как правило, семьи, в которых кто-то заболел, либо, не дай бог, кто-то умер от коронавируса, они гораздо более охотно вакцинируются, потому что более сильно беспокоятся о своем здоровье. Такого же мнения придерживаются и пациенты. Анастасия Мацук провела в больнице больше месяца, 25 дней под кислородом. Мои шансы выжить были самые маленькие. Ну, расскажите, все-таки привиты были, нет? Нет, не успела. Хотела, но, к сожалению, из-за работы не дошла. Ну, а какое ваше решение через полгода после выписки будет? Будете прививаться? Конечно, обязательно. И буду надеяться, что больше сюда не попаду. А пока часть россиян продолжает ломать голову над дилеммой прививаться или нет, к приемному покою в РКБ продолжают подъезжать все новые и новые кареты скорой помощи. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Московской области стартовал ежегодный конкурс «Народный доктор». Голосование за лучшего врача региона проходит на портале «Добродел». Каким медработникам можно отдать предпочтение и как это сделать, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. В прошлом году в конкурсе «Народный доктор» Ленинский городской округ уже заявил о себе. Уверенную победу на областном уровне одержала хирург Видновской клинической больницы, помогающая пациентам побороть страшные последствия диабета, Мария Елисеева. Всегда нужно давать шанс человеку на сохранение конечности. На днях на портале «Добродел» появился раздел, где жители Московской области могут выбрать «Народного доктора» 2021 года. Участие в конкурсе принимают абсолютно все врачи региона. А у пациентов есть возможность отдать предпочтение самому любимому и грамотному специалисту. Достаточно зайти на портал, выбрать свой муниципалитет, в нашем случае Ленинский округ, найти желаемого медработника и отдать ему свой голос. Многие жители говорят, что врач от Бога, да, то есть это тот врач, который, наверное, во-первых, профессионал в своем деле, который в действительности оказывает очень качественную, квалифицированную медицинскую помощь. Он не только профессионал в своем деле, но он еще человек должен быть добродушный, отзывчивый, там, милосердный, с добрым, как говорится, сердцем, к которому приходят и говорят спасибо. И я считаю, что в нашей вот Видновской районной клинической больнице, да и вообще в Ленинском городском округе, таких врачей немало. В списке кандидатов на звание «Народный доктор» в разделе Ленинского округа представлены специалисты Видновской районной больницы, всех поликлиник, амбулаторий, а также стоматологии, психоневрологического диспансера, перинатального центра. Всего порядка 500 врачей. Проголосовать можно лишь раз за одного единственного участника. Мы очень призываем наших жителей все-таки не остаться равнодушными среди нашего района, чтобы наш район как бы не запал в этом голосовании, а проголосовать за наших врачей. Это и для нас оценка, как оценивают наши жители, наших докторов. И когда, конечно, наши доктора все-таки выигрывают данный конкурс, это очень приятно. Голосование завершится 1 декабря. По итогу двое кандидатов со всей области, набравшие наибольшее количество голосов, удостоятся званий «Народный детский» и «Взрослый доктора». Им вручат соответствующие сертификаты и выплатят денежное вознаграждение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. В 15 образовательных учреждениях Ленинского городского округа установили экопункты – специальные аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Наша съемочная группа побывала в 5-й и 10-й школах города Видное, где учащиеся уже активно используют фондоматы для сдачи вторичного сырья. Учащиеся Видновской школы номер 10 одними из первых в муниципалитете стали использовать экопункт. Штрих-код ищем. Знаете все, что такое штрих-код? Полосочки. Вот так наверх сюда оставляем, и он съест этот аппарат. Принцип работы фондомата прост. Банки и бутылки по одной помещаются в специальное окно. На табло высвечивается количество и вес принятой тары. Встроенные датчики определяют материал. Пластик и алюминий попадают в разные накопительные емкости. И когда контейнер наполняется, аппарат отправляет сигнал в центр управления.
Конечно, это очень важно, потому что сегодня, как никогда, перед человечеством стоит вопрос о необходимости бережного экологичного отношения к природе. И мы считаем, что с детства нужно учить законам природы, бережному отношению к природе. Ведь экологическое воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты. Стоит отметить, что школьники совершенно по-взрослому подходят к вопросам экологии. Если собирать крышечки и складывать их в одно место, то мы не будем загрязнять природу. И если располагать мусор, то природа станет чище, и мы сможем жить долго-долго. Мы разделяем мусор для того, чтобы в природе не загрязнять леса, озера, моря и реки. Если мы будем бросать бутылки, где попало, на траву, на землю, то земля будет загрязняться. А если мы будем сдавать специальные аппараты, то мир будет немного чище. В образовательном учреждении уделяют большое внимание экологической теме. Наш класс участвует во многих экологических акциях, и мы практически занимаем везде первое место. Вот, например, у нас есть выставка «Арт-хлам», где ребята участвовали и давали жизнь использованным вещам. Также у нас мы собираем много крышечек, собираем батарейки. Осваивают экоаппарат и в 5-й школе города Видное. Мы привлекаем людей и учим их экологической культуре. Тем более сейчас у нас есть в стране такая глобальная проблема, как связанная с экологией. Поэтому лучше начинать со школы, с учеников, с их родителей, с учителей. Анастасия Сиденкова – постоянная участница экологических акций. Одиннадцатиклассница считает, что бережному отношению к природе надо приучать с детства. Особенно младшие классы, средние, им очень интересно, как это работает. То есть сейчас постоянно стоит очередь людей, чтобы сдать разную упаковку. И мы объясняем им, они спрашивают, как, мы помогаем, и это очень здорово, потому что это привлекает внимание, и дети хотят этим заниматься тоже. Стоит отметить, что за сданную тару присваиваются баллы. Любой участник, который сдает, он получает чек. В чеке прописано, сколько тары он сдал, как пластиковый, так и алюминиевый. За каждую тару они начисляют по 5 единиц, по 5 баллов. Пластиковые бутылки обязательно должны быть чистые, вымытые и обязательно со штрих-кодом. Самые активные участники акции, которые утилизировали наибольшее количество банок и бутылок, получат ценные призы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Международном детском центре «Артек» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Более 1500 школьников со всей России в течение нескольких дней будут решать задачи по улучшению разных сфер общественной жизни. Среди участников масштабного проекта есть и представители Ленинского городского округа. Перед поездкой в Крым с ребятами встретилась наш корреспондент Галина Житкова. Второй год подряд учащиеся средней школы номер 7 Мария Усанова и Тимофей Ануров становятся финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». В 2021-м талантливые ребята представили на суд жюри свои новые идеи по самым актуальным направлениям развития современного общества. Они вышли на этот проект со своими проектами, которые произвели очень хорошее впечатление. Я их действительно смотрела, детки очень умные. И я очень рада за то, что они вышли в финал, поедут в «Артек», где представят нашу школу, наверное, свои фамилии и Ленинский городской округ. Ученица 10 А-класса Маша Усанова придумала и запустила образовательный чат-бот с интригующим названием «Сейчас научу». Любой желающий может воспользоваться программой для поиска интересующей информации по разным категориям и в результате получить список информационных ресурсов по теме. Данный проект, образовательный чат-бот, показался мне наиболее интересным и близким, потому что моя мама работает учителем. И мне показалось, что такой проект может помочь учителям и ученикам расширить, наверное, образовательную систему, чтобы ученики могли узнавать что-то новое самостоятельно, чтобы это было удобно. В прошлом году Маша уже была победителем всероссийского конкурса, но решила не останавливаться на достигнутом результате и снова стать участницей масштабного проекта. Рассказывает, что ее новая программа уже набирает популярность.
Я делала этот чат-бот для учеников, то есть в основном для своих ровесников. И, соответственно, мне казалось, что какое-то длинное пафосное название, образовательный чат-бот, который поможет вам, это долго и это непонятно. А когда чат-бот говорит вам «сейчас научу», ну, тут вопросов не остается. Тимофей Ануров предложил на конкурс экологический проект. Программа привлекла внимание жюри своим нестандартным маркетинговым ходом. Ребята придумали компьютерную игру в жанре визуальной новеллы, где главному герою, чтобы спасти планету от недостатка чистой воды, надо вычистить 7 океанов. Будь у меня выбор, я бы выбрал что-то более практичное и интересное с моей точки зрения. Как-никак экология очень узконаправленная. И когда мы с умными лицами придумывали велосипеды, мне кажется, мы были не очень компетентны в этом вопросе. Как-никак это прерогатива профессиональных экологов. Имена победителей будут известны уже скоро. Но независимо от результатов, все участники проведут в Артеке незабываемую смену. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.